Всем привет, это канал про блокчейн. Значит, как обычно, в 14.30 изображаем из себя трейдеров. Все это дело выходит у нас на про блокчейн медиа лайв. Если вы не подписаны, то вот такую вот кнопку нажимаете подписаться, нажимаете еще на колокольчик, чтобы уведомления не пропускать, которые от YouTube приходят, потому что у нас есть еще прямые трансляции. Значит, давайте переключимся на браузер, переключимся на нашу биржу. Во-первых, я вот здесь вот покажу вам баннер новый, смотрите, у них вышел. Значит, Bybit новогодний батл. Трейдинг нам приходит в Новый год, призовой фонд до 25 биткоинов. Можно поторговать, кто на Новый год, кажется, собирается сидеть дома в самоизоляции, никуда не ехать. Можете попытаться поучаствовать в трейдинге и забрать кусочек из этого призового фонда, как бы лишним не будет, себе куда-нибудь потратите. Ну и опять же, если вы не зарегистрированы, есть ссылка внизу для регистрации. $100 можно получить за регистрацию, за выполнение всяких там небольших заданий, там подписаться, да, заполнить свой аккаунт, пройти там всякие штуки-дрюки. И еще, если вы пополните, да, значит, свой аккаунт на определенную сумму, там тоже есть система бонусов. До $500 можно получить при пополнении аккаунта. Имейте это в виду. Мы же с вами отправляемся на торговлю, смотрим, что мы там, значит, наторговали. Последний раз мы открывали ордера, я напомню, в биткоине и в эфире. Значит, в биткоине, давайте посмотрим, в закрытый PNL у нас был лонг, по-моему, да, у нас, нет, шорт. Вот мы шортили биткоин, и нифига его, видите, не дошортили. В общем, минус $14.6 у нас получается по биткоину. И давайте посмотрим, что у нас по эфиру. По эфиру был, по-моему, лонг. Переходим в закрытый PNL, смотрим. Или, да, лонг, у нас был по эфиру лонг. Лонг нормально закрылся, 22.45. Все хорошо, зашли мы по $592, и цена выхода у нас была $611.15. То есть здесь все вроде бы хорошо. Значит, что нам нужно сделать сейчас? Да? Нам нужно пойти посмотреть, чего нам прогнозируют наши аналитики. Давайте страничку обновим. Я смотрю вот эту всю информацию на сайте TradingView. Здесь есть разные рынки. В данном случае мы выбираем с вами рынок криптовалют, выбираем идеи, сортируем по новизне и смотрим, чего нам, значит, профессионалы и те, кто обучаются трейдингу, как они видят рынок, они вот его здесь отображают в картинках, видосиках, вы можете на кого-то даже подписаться. Торговая идея по криптовалюте Bitcoin USD short. Вот человек считает, вот один час назад, значит, что нужно его, короче, шортить. Чашка с ручкой на биткоине, смотрите, бам-бам, да, и как бы, значит, а этот человек считает, что будет длинная. То есть, вот видите, нарисовалась у нас вот такая штукенция, и, значит, мы ожидаем, что это все будет заканчиваться ростом в район цены 20 800 21 тысяча. Ну, мы сегодня с вами это и проверим. Так, биткоин, зима пришла, может, уже пора переобуваться. Ну, тоже здесь это же ложка, да, но человек ее видит по-другому, как короткую, что отсюда он будет, значит, падать. То есть, мы как бы не перебиваем, да, каждый раз новую вершину, и вот по вот этому вееру мы как бы должны улететь вот сюда, куда-то вниз. Это где-то у нас в районе 16 с чем-то, да. Так, дальше смотрим дальнейшее продвижение биткоина. Тут человек, значит, в середине ноября, да-да-да, это длинная история. Bitcoin next episode. Вот здесь тоже, видите, коррекция вниз, и потом уже разгон выше 20. То есть много людей за коррекцию, и тут такое, так, BTC локальный лонг. Но кто-то видит, опять же, 4 часа назад, что вот будет сейчас небольшой пробой наверх. Что еще у нас? Тут какие-то вообще серьезные цифры. Значит, своего максимума цена биткоина достигнет 29.12.2020. Ребят, то есть немножко осталось. В конце декабря, прямо перед Новым годом, нам должен быть подарок, приблизившись к отметке $58 000 цена, ребят. Вот если к 58 тысячам мы приблизимся, то я 29 декабря, наверное, один биток продам. Пускай будет $58 000, потом все равно будут какие-то коррекции. Мы откупим, значит, 2-3 битка обратно. Это будет отлично просто. Ставьте лайк, если тоже по 58 тысяч будете продавать, как и я. Значит, что еще тут напишут? Сдается мне, господа, нас ждет глубокая коррекция всего вообще. То есть не только биткоина, а вообще всего. Это 6 часов назад человек написал. Аристотель, у него ник такой прикольный, значит, хоть и все смотрит вверх, но боюсь, рынок перегрет. Думаю, по битку можем уйти к 14 тысячам. Если так случится, то нужно ловить альту всю подряд. Даже если и не глобальная коррекция, то к 17 тысячам нужно сходить. Ну, к 17 тысяч не так далеко. Для биткоина 1500-2000 типа вниз сходить, это вообще изи. Ну и по эфиру, смотрите, удлиняем to the moon, вот $800, да, как мы ждали, мы должны вот куда-то к ним сходить, потом коррекция, и еще выше, to the moon волнует интригами BTC, то же самое, и, в общем, короче, в целом, как обычно, все напополам, либо вверх, либо вниз, мы же с вами что делаем?
по эфиру, видите, было бам, пам-пам-пам, накопление, как бы можно тестировать еще немножечко вверх, вот мы как раз загибаемся, вот как я вижу, да, это у нас что? Это у нас часовичок, вот мы как бы раз-раз-раз сравняемся и будем отсюда на 620 пытаться идти, поэтому прям смело, опять же, да, я так вижу, это не советы у нас по инвестициям, покупаю лонг, вот сюда ставлю, вот даже вот так больше, на 624, вниз ставлю 598, и открываем лонг. Все, по эфиру сделали дело. Переключаемся на биток. На битке. Давайте смотрим график. Опять же, часовичок. Вот мы опустились. Подходим кверху. Опять же, такой загибчик. И немножко прямо отсюда точно будем мы пытаться вот сюда идти куда-то на 19605. Потому смело тоже прямо отсюда открываем значит, на 10%. Вот так 150 ставим. Нет, на тут соточку ставим. Да, вот 500, 19512, стоп на 19179 и прям открываем лонг. Все, вот так вижу, вот так делаем. Что еще у нас можно здесь сделать, да? То есть мы сейчас открыли с вами два лонга. Опять же, да, это, ну, я так прочитал вот эти вот все идеи. По эфиру, если как бы, давайте вот эту еще, ну, тут штуку мы смотрели. Что мы можем еще себе выбрать? Из идей. Так, ETH, USDT. Ну, здесь барьер, не барьер. 600, тра-та-та. Это все такое. Давайте какой-нибудь XRP. Ну, жалко, у меня, видите, XRP я бы тоже открыл. Можно посмотреть, что тут человек пишет. Потому что у меня XRP есть, и я жду его по 1.2 хотя бы, чтобы продать. Но, тем не менее, видите, все хуже и хуже какая-то у него ситуация. Он как бы отваливает пока вниз и, наверное, будет корректироваться действительно снова от 0.33, от 0.35 куда-то выше. То есть нужно ему сходить вниз. И объемчиков тут что-то поменьше стало. Ну, в общем, как бы вот так. Вижу цель по XRP выше доллара. Это классно, но в то же время, по-моему, для этого не хватает волны C. Нижняя линия во флаге чисто гипотетически так, как имеет одну опорную точку. Вот здесь вот видите C. Вот, то есть еще нужно сходить сюда и от нее уже разгоняться. Возможно, так и будет. В общем, ребят, посмотрим, что с этим будет. Риплович жду. И напоминаю, что 12 декабря, да, будет начислен Spark. У кого есть Ripple, вам нужно пойти заклеймить это все дело. У нас есть отдельный видос на канале. Загуглите, как, значит, если у вас есть Ripple через Ledger или через другие варианты, получить токен Spark, заклеймить. Сделайте это. Все это у нас есть на канале, вот здесь, про Blockchain Media Live, прям в поиск можете забить и найти этот видос. Если вы не подписаны, да, то обязательно подпишитесь, нажмите вот такую кнопку, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления, которые вам от ютубчика приходят. И приходите на наши прямые трансляции каждый день с понедельника по пятницу в 9.30 по Москве. Мы стараемся не пропускать, обсуждаем новости. На сегодня же все. Всем хорошего дня, с наступающими выходными. И не забывайте всегда думать своей головой перед тем, как делать любые инвестиции. Пока!